Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь. Эти слова прекрасно помнит каждый человек, который жил в советское время, когда все каждый день слушали радио. Мы все отлично знали, когда в Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском полночь, то есть 12 часов ночи. Может быть, мы никогда не были в Петропавловске-Камчатском, но знали, что разница во времени между Москвой и Камчаткой 9 часов, потому что у нас разные часовые пояса. Что такое часовой пояс? Часовой пояс – это регион, где принято одинаковое местное время. Местное время – это время в определенном месте. Время в одном часовом поясе считается одинаковым. Например, Москва и Санкт-Петербург находятся в одном часовом поясе. Когда в Москве 10 часов, в Петербурге тоже 10 часов. Но когда, например, москвичи, жители Москвы просыпаются на Дальнем Востоке, или уже спят, или собираются спать. Потому что эти места находятся в разных часовых поясах. Например, Петропавловск-Камчатский и Москва находятся в часовых поясах с максимальной разницей. Сколько в России часовых поясов? Сейчас в нашей стране 11 часовых поясов. Во многих странах, например, в странах Евросоюза, весной стрелки часов передвигают на 1 час вперед. Происходит переход на летнее время. А осенью стрелки часов передвигают на 1 час назад. И происходит переход на зимнее время. В России раньше тоже так делали. Раньше тоже переходили на зимнее и на летнее время. Но потом в 2011 году отказались от этого правила. И сейчас зимой разница во времени, например, между Россией и европейскими странами, становится больше на 1 час. То есть, например, если мой урок в Скайпе с европейским студентом в сентябре начинается в 8 часов, то зимой этот урок начинается в 9 часов по моему времени, по нашему времени, по московскому времени, как мы говорим, то есть на 1 час позднее. Давайте повторим слова, которые мы встретили сегодня. Какие новые слова мы встретили сегодня? Часовой пояс. Например, Санкт-Петербург и Москва находятся в одном часовом поясе. Разница во времени. Например, разница во времени между Москвой и Пекином 5 часов. Просыпаться, проснуться. В понедельник утром трудно просыпаться. Сегодня я проснулась в 7 часов. Происходить, произойти. Происходит переход на летнее время. Передвигать, передвинуть стрелки часов. Осенью в европейских странах стрелки часов передвигают на час назад. Переходить, перейти на зимнее время или на летнее время. Раньше Россия тоже переходила на зимнее время,
а сейчас не переходит. Ну, на сегодня это, пожалуй, и все. До новых встреч. До свидания.